Итак, сегодня 22 августа я решил направиться из Кремны, что в Калуджерские бары, в монастырь Рача. Но по пути я тут немножко отклонился и зашел на Ведиковац, это называется, на смотровую площадку. Я думал, что это просто место такое под названием Ведиковац, что-то вроде хутора и деревеньки. Оказалось, что это смотровая площадка. Вот я сейчас... От слова видеть, ведиковаться. Вот я сейчас вышел на эту площадку. Да, конечно, виды тут замечательные. Да, видна вся. Вот это, наверное, байна башта вдалеке. А где-то должен быть внизу и монастырь Рача, куда я собираюсь. Вот как-то по этим склонам вниз. И, в принципе, должен дойти до монастыря за 2 часа. Вот уже часа прошел. А оттуда либо вернуться так же, либо, может быть, что-то будет интересненькое, как-то по-другому вернуться. А внизу самое крупное, это, конечно, байна башта, где работают, вот где живут все работники гостиницы у Морика. Вот, вот так вот. Да, красиво, конечно. Хорошо, что я сюда подошел, а то я думал, что это просто какой-то... Ну, отклонение, какое-то другое направление, но там был значок такой вот в виде смотровой площадки, я понял, что это значит тупиковый маршрутик, только вот посмотреть на виды, на панораму. Да. Так. Ну-ка посмотрим, что еще с той стороны есть. Отсюда можно же пройти к этому Яровацу куда-то вот туда, через этого Борова Борду. Вот так вот. Ладно, продолжаем дальше.